Тверь посетили участники необычной экспедиции. Это ученики Московской средней школы номер 709, которые изучают жизнь великого русского путешественника Витуса Беринга. Их учебное заведение находится рядом с проездом, названным в честь первооткрывателя. Ребята заинтересовались его биографией и выяснили, сколько земель и целых побережий было разведано и нанесено на карты участниками экспедиции, которые возглавлял этот уроженец Дании. И в итоге школьники совместно с родителями и учителями решили на байдарках и катамаранах повторить путь Витуса Беринга, который начинался именно в Верхней Волжье. На этот год мы хотим пройти как раз вот мимо Твери. Дальше мы дойдем до Осы. И от Осы пойдем пешком до Кунгура. Это 180 километров, как раз там, где и шел Витус Беринг по старому Сибирскому тракту. А окончанием маршрута на сентябрь мы планируем оказаться на Камчатке на острове Беринга.